Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Птички поют. Все хорошо. Как там у вас дела? Вот мне так интересно. А вы мне в комментариях все пишите. Вот там Любовь Николаевна, счастливой дороги. Спасибо, конечно. Спасибо. А взяли бы да написали коротко, что у вас происходит. Знаете, как в стихах у Маршака. А у нас в квартире газ. А у вас? Правда, ведь интересно же. Связала сыну носки. Или там посеяла укроп. Или, ну не знаю, ну что угодно. Шила чего-то. Правда. Я буду представлять. Чем вы там занимаетесь? Мне кажется, никому в комментариях такого не писали. А мы все собираем раздельный мусор. Вот у нас, видите, тут. Вот они недавно отвозили. Вот еще вот набралось. Вот, собираем потихонечку. Переноску вот Саша. Ну, они вещи собирают еще. Отдают тоже. Спасибо, называется фирма. Крышечки вот эти отдельно сдают в другую фирму. В общем, короче говоря. Вот, на эти крышечки у них Сашка приучила, она поставила банку внизу, у нее жильцы туда крышечки скидывают. Но они бывают грязные, сбрасывают Сашки, потом их мыть нужно. Она их отмывает. Вот, сдают вот эти одни только крышечки второй категории. От молока, от лимонада. В общем, от такого. Вот. И вот на эти крышечки их огромное количество собирается. Я понимаю, что они стоят копейки. Вот, но, однако, на эти крышки только покупают инвалидные коляски детям, ну и прочее оборудование. Вот так. А вот кажется, что такое крышечки? Так что, мои дорогие, все в дело идет. Ну ладно. Сейчас будем начинать новый день. Вот. А это вам повод улыбнуться. Вот так вот покажу. Вот так вот. Доброе утро, девочки, как Саша говорил вам. Ну вот, оно и начинается. Надо сейчас посуду разобрать с посудомойки. Вчера с Сашей вместе убирались. Я пылесосила тут, чего-то мыла. Саша полы мыл, в общем. Даня уезжал на работу в офис, а мы уборкой занимались. Так что двигаемся, шевелимся. Я вообще стараюсь побольше двигаться. А то что-то я все это время в Черноморском все сидела, украшения делала, совсем спина. Вот. Лежу на этом, на аппликаторе Кузнецова по 3 раза в день. Ну, бывает не 3 раза, вот. Но стараюсь во всяком случае. И шевелюсь. Люди думают, что я прям вот богачка, украшения продаю, там то да сё. Вот, у Саши лежат 2 коробки.
две тяжелые коробки. Еще вот это я привезла. Все, еще не все отфотографировано и не выложено. Вот. Времени не хватает. Работает много. Вот, но сделается, я надеюсь. Может быть, что-то и продастся. И дома у меня еще сколько. А это я привезла Саше. Вот такое вот колечко. Со стрекозой. Вот такое вот. Я их не ношу. Они у меня лежат. А она носит только серебро. Вот сейчас почищу. Браслетик. Вот такую цепочку. Этой цепочке 30 лет. Еще в Москве куплено, когда я жила. Ну вот. Сейчас почищу. Ей отдам. Кормить будут мальчика. Мальчик сидит, ждет уже на месте. Ты мой зайчик. Ой, какой он смешной. Ну, смотрит на меня, туда Саша. Можно. Вот так вот. Какой ребенок растет. Вот так вроде бы не видно такие обои. Поближе посмотришь. Да, тайга. Работает над этим, работает. Да? Скажу, мы все работаем. От обои обдирает. Ну, вот тут в уголочке, а тут-то прям более активно, конечно. Чё ж? Что? А кто ложку съел? Была ложечка. Я ее с собой в дорогу беру. Брала. Это Алинкина ложечка. Вот. Залез в сумку и сгрыз. А теперь будет опять переживание. Палками какать будет. Ну. А у меня просто из головы вылетело. Ну, сумка-то была в шкафу, но шкаф-то открытый. Ой, ни минуты покоя с этими детьми, человеческими, собачьими. Обнаружила, что есть вот такие вещи, оказывается. Вот, девчонки, для чего это? Знаете? Это просто несгрызаемая резинища. Да, ты знаешь. Ты знаешь, да, что это, знаешь. Американская штука. Ее просто не сжать. Я Саше говорю, что это такое? Я думала, это игрушка. Нет, оказывается, это. О, вон, видите, как реагирует. Нет, ну вот. Что? Ну, так он видит, что ничего нету. Это, оказывается, для собак. Туда запихивают собачьи консервы и дают собаке. И собаке несколько часов есть чем заняться. Ну, на. Он оттуда высасывает, вылизывает вот эту еду. Ну, и заодно зубами же пытается ее же грызть. А ее фиг разгрызешь.
И ребенок занят делом. Представляете, вот до чего додумались, а? Вон он пытается, вон. О. Господи, чего только не придумают. Ну, что, не пахнет ничем? Ну, на. Да, надо, скажи, больно. Век живи, век учись, дураком помрешь, точно. Вот посмотрите на эту прелесть. Посмотрите. С бабочкой, с розовой. Красавец. А? Красавец. И вот что он сделал, это мы сейчас в кладовке, Саша разбиралась. Вот видите, что он сделал с сапогами. Но это он еще поначалу. Вот. Ну, сейчас уже все уже. Ну, все уже. Теперь все прячется. Но сапоги... Ты вообще в них хоть ходила? Один раз. Вот так. Что? Кто обувь грызет? Бессовестный. При бабочке. Бов. Да. Отдай все. Все отдай. Данте. Что ему Данте? Не реагирует. Ну, более интересно. Все, попали носки в зубы. Отдай, фу. Ну, это все. Меня он не слушает. Не слушается. Это Даня, да, вот отец слушается его. Отдай. Вот так вот, ага. Да, Саша, он не слушается. У него Даня хозяин. Все, эти зубы, такие зубы, что не вырвешь. Все. Еще песня. Да, вау. Ой. Соседи, мы все дома, называется. Все, опять зацепил. Представляете, какие звуки издает? Ой. Голос. Не так ты играешь на гармошке, как голос, Даня. Давай, голос. Нет. Еще одна певица пришла. Странно, давай. Голос. Ау-ау-ау-ау-ау. Ну, сделай бабушке контент, а? Как ты поешь-то хорошо. Ау-ау-ау-ау-ау. Ну что это такое, да? Вот видишь? Ну это Даня, это вот. Даня играет, он тут что делает? А на тебя даже вот это не реагирует. Давай. Нет, он поет. О, вот так, да, вот так. Не видишь как? Папой распевает тут. При бабочке. Не хочет. Ау-ау-ау-ау-ау. Ну да, у тебя лучше получается. Голос, да, голос. Концерт не получился.